это я. А там зимний сад. Сегодня снег выпал. Вчера было 16 градусов тепла, а сегодня снег и минус 2. Еще обещает до 14 холода. Вот такое у нас здесь климатическое состояние. Ну вот, Раточка лежит возле меня. Секунду назад она грызла вот эту вот ручку. Потом успокоилась, легла. Ну, это затишье, знаете, такое, перед бурей. Это редко бывает так, чтобы она спокойненько сидела, лежала. Обычно или настается со своей косточкой, или таскает своего дракончика, или хватает меня за вот это место. Сейчас скажу, вот сюда хватает. Вот она любит кусать меня за большой палец ноги. Это ее страсть. А сейчас она, вот видите, умаялась и лежит. Но не спит. Смотрит. Или спит. Глазки закрыты. Спит. Рада. Ладно, пусть пока спит. Да я пойду покажу, что у нас там на улице. Вот, смотрите, у нас тут, видите? Вот такая вот погода у нас на Кубани. Снег выпал. Предательски скрипят. Вот. Спит. Спит моя радость. Отдыхает. А я буду читать сейчас книжку, пока она поспит.